Муж говорит жене: «Дорогая, сколько у нас детей?» «Двое. А почему в комнате шестеро?» «К нашим малышам пришли друзья. Ну и как я сейчас своих от чужих отличу?» «Я наших пометила. Те, что лысые с красным крестиком на голове, не наши». Решил мужик насолить своему соседу Гене, который, затеяв ремонт, доставал его дрелью. Он взял и написал на его двери: «Гена, я беременна». Теперь Гена не сверлит. Но лучше бы сверлил, потому что его жена второй день визжит, как циркулярка. Кот сидит у стола и с нетерпением следит за тем, как хозяйка приготавливает мясо. «Господи, пошли ей звонок на мобильный!» Утром муж будет жену: «Светка, вставай, 15 минут до работы осталось!» «Ты что, с ума сошел? Ты что, раньше разбудить не мог? Мне краситься только 20 минут!» «Да не кричи ты! Пока ты спала, я тебя уже накрасил!» Муж звонит жене: «Любимая, ты где?» «Дорогой, я в машине, а за мной гонится трамвай. Я не знаю, куда ехать». «Съезжай с рельс и включи навигатор». «Не включу, я с ним поругалась». В женский общественный туалет забегает мужик, спускает штаны и начинает делать свое дело, но по-женски. Баба возмущена ему: «Мужчина, это вообще-то женский туалет. И почему вы это делаете по-женски, сидя?» «Да вчера он, гад, меня так подвел, что в руки взять противно».